Приветствую на нашем канале. У нас очередная порция посылочек с сайта AliExpress. Так, не забываем подписаться, поставить лайки. Ссылки на товар будет под видео. Можно там посмотреть и цену. Так, открываем первую посылочку с помощью моего помощника. И у нас здесь снова USB кабель. То есть нам пришел уже буквально вчера вот такой вот USB кабель. Сегодня пришел другой USB кабель. Заказывали самые интересные в двух разных фирмах данный девайс. Здесь у нас уже метраж метр. Перед этим у нас был метраж 2 метра. Так, вот здесь у нас вот такой вот значочек. Здесь у нас фирма Kafels. Так, такой вот довольно-таки толстенький шнурочек. Прикольненький. Сейчас мы его быстренько протестируем. Посмотрим, что он собой представляет. Так, это данный девайс. Так, у нас здесь переносочка. Вставляем переходничок. Берем powerbank. Наверное, у нас тут заряжен. Сейчас мы на нем проверим. Так, берем тестер, вставим. То есть вот у нас на тестеры сбиваем по нулям все данные. Не знаю, ли будет на видео видно. Так, вставляем данный шнур. Так, вставляем шнур сюда для зарядки. Вот у нас сразу показалась активность зарядки. Так, данный шнур по данной выдает 0,5 ампера. То есть сейчас мы проверим вот этот вот USB кабель, кстати, потому что он вчера выдавал 1 ампер. Интересно, или это все дело в этом или в том. Сейчас мы проверим ради интереса. Или сам. Так, проверим там девайс сейчас на этом шнуре. Так, этот на шнур, в принципе, показывает тоже 0,45. Ну, походу, он походу полностью заряжен, мигает вот буквально последняя вот штучка. То есть вон этот девайс. Ну, факт в том, что у нас, в принципе, кабель рабочий, все работает, чего следовало нам дожидать, доказать. Такие кабеля у нас по 100 гривен на сайте AliExpress, 1 доллар. То есть по нынешнему курсу 29 долларов. Такая вот у нас штукенция. Сейчас открываем следующую нашу. Здесь у нас USB паяльник. Так, заказываю уже второй раз. Первый раз не пришел, открыл спор, вернули денежку. Решил заказать второй раз. Так, что у нас тут представляет собой данный девайс? Так, у нас вот такая вот подставочка. Какая-то вот тут вот резиночка. Что у нас здесь нарисовано? Нарисовано у нас. Нарисовано, ничего не нарисовано. Самое интересное, все на английском. То есть китайского вообще нету. Так, для чего пружиночка, честно, не знаю. Так, отложим наш. Так, смотрим сам паяльник. У нас сверху тут такой вот чехольчик. Так, вот такое вот маленькое жало. Шарик.
Сейчас мы его возьмем. И подключим к пауэрбанку. Посмотрим, так. Рабочий у нас или нет. Это наш пауэрбанк. Так, пауэрбанк включился. Так, здесь включился вот такой красненький индикатор. Вот паяльничек задымел. Вот она задымел. Если видно на фото, идет дымок. То есть греется. Сейчас я тут так вот аккуратненько. Так, работает у нас данный паяльничек. Потом проведем тест. Я хочу попробовать перепаять наушнички свои. Такой вот у нас мини USB паяльничек. То есть можно взять машину. Если где-то что-то отвалилось, чуть-чуть припаять. Я думаю, что сильно большую не возьмет. Ну что-то такое дробненькое можно будет припаять. Так, у нас здесь тут 5 ватт, 8 В, USB. Так написано. Появляется вот такой вот у нас тут штекер. Ничего у нас тут, в принципе. Ой, еще и горячий, еще сильно горячий. То есть греется он очень хорошо. Как долго будет служить, конечно, покажет время. Сказать не могу точно, но могу рекомендовать данный девайс. Так вот оно все это дело ставится. Для чего, честно говоря, пружинка даже не... Ой, а, это у нас припой. Ой, дорогие друзья, это у нас припой. А я не знал, что это у нас такое. У нас тут такой маленький припой. Сейчас мы его, кстати, проверим на этом припое. Так, подключаем наш USB. Подключаем пауэрбанк, подключаем. Ждем, когда он задымится. Я думаю, что за пружинка? А это у нас, кажется, припой. Вот маленький припойчик. Так, что у нас тут, а? Видите, припой плавит. Фух, сразу звонял. Так, над этим делом мы лучше будем экспериментировать. Над нашей. А то сейчас еще пропали. В принципе, видите, все плавит, все работает. Отличненько, красивенько, аккуратненько. Я думаю, такая штука пригодится дома. Где-то что-то подпаять. Небольшое. Так что ссылка на этот девайс, паяльничек, будет в описании. Заходим, заказываем. Пришло довольно таки быстро, буквально где-то 3 недельки прошло, и пришел нам этот паяльник. Заказывал, я напоминаю, его со второго раза. Цена его где-то, по-моему, 5 баксов стали паяльничек. Я думаю, что у нас он будет в Украине дороже. Так, ну что ж, на этом будем заканчивать наше видео. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Поддержите канал лайками. Наш молодой канал, развивающийся. И ждем следующих видосов. Всем до встречи, всем пока.